Всем привет, ребята, вы на канале DudaPlay, мы продолжаем играть в игру «Спасти девушку». Давайте, мы на 22 уровне. Посмотрим. Она у нас идет, снеговик. Что делать с снеговиком? Либо лопатой его порушить, либо солнышком. Давайте солнышко. Да. Спасибо небу за солнце. Так, идем дальше. Ой, большой страшный медведь. Давайте ему вкусняшку дадим. Либо розочку, либо мед. Давайте мед дадим. На, мед. Кушай. Кушай, медик. Вылетела пчела, и нас медведь решил побить. А мы-то тут при чем? Ты улей, побей. Дальше посмотрим. А что делать, если взять лопатку? Давайте лопату используем. На, на. Снеговик упал ей прямо на ногу. Надо было, может быть, просто пройти через снеговика. Солнышко. Солнышко растаял. Наш снеговичок и превратился в лужу. Так, а медведю мы, ребята, подарим, значит, цветочек. На, держится. Она притворилась мертвой, смотри. Медведь прошел. Так, она типа мертвая лежит. И убежал медведь. Все. Хорошо. Следующий уровень. Так, она хочет кушать. Либо позвонить, либо бифштекс. Давай бифштекс съедим. Пожарим. Ай, прибежал медведь на запах бифштекса. Ну, отдай ты ему этот бифштекс, пусть поест, правильно? А мы спасемся. Но девчуля у нас, она своеобразная. Она не хочет делать то, что я ей говорю. Давай, солнышко растает наш снеговичок и пойдем дальше. Медведь. Что с медведем мы сделаем? Цветочек возьмем. Да, и притворимся мертвыми. Все, лежим, а мы мертвые. Да, да, нюхай, нюхай, цветочек. Иди отсюда. Медведь косолапый. Все, идем дальше. Так, тут она решила покушать. Захотела кушать. Ну давай, позвони. Я могу заказать еду на вынос. Ага. По такому телефону. Стационарному. Все, поела и пошла дальше. Так, проходим. Прошли мы этот уровень, поехали дальше. 23 уровень, ребята. Опять-таки, уже стемнело. Уже практически ночь. Так, замерзло. Что, давайте... Ну, давай возьмем палатку. Ай, палатку снесло. Да как оно ее могло снести, палатку, если ты на ней лежала? Странно очень, очень странно. Ну, давайте возьмем лопатку и сделаем себе... Ага, конечно, юрту сделала, ага, можно отдохнуть. И кровать, и там светильничек, конечно, конечно. Ой, провалились в воду. Помогите, что делать? Давай чайник возьмем. Горячий чайник. Водичка согрелась. Теперь вода приятная и теплая. Все, переоделись и пошли дальше. Санки, сани. Какая милая ездовая собака. Ну давай дадим ей косточку. Косточку, и она убежала. А что ж делать с удочкой тогда? Ребята, мы сейчас узнаем, что делать с удочкой. Видимо, она на удочку повесит косточку. И собачка будет бегать. Так, мне так тяжело, нужно отдохнуть. Ну, отдыхай. Отдохнула, пошла дальше. А вон домик какой-то, смотри. Стоит домик. Может быть, там кто-то живет. А если мы используем спасательный... круг. Ага, она сидела в спасательном круге и замерзла, ребята. Здесь все-таки, конечно же, нужен чайничек с горячей водой. Только вопрос, где она нагрела воду в чайнике? Так, давайте выкопаем себе иглу. Иглу, вот. Ага, отдохнула в игле и пошла гулять дальше. Так, здесь мы используем горячий чайник, кипяток. Нагреваем воду. Все, согрелась хорошо. Переоделась. Интересно, как она встала на эту воду? Так, ездовая собачка. Ну, давай возьмем. Ага, косточка там. А на рисунке не было, что удочка с косточкой. Ага. Все, прошли мы уровень, наконец-таки. 24 уровень. Сколько там еще? А, последний уровень, ребята, что ли? Так, 24 уровень. Так, едем на ездовой собачке. Так, почему мы остановились? А где твоя удочка? Давай мышу используем. Все, она сейчас побежит за мышкой. О, хорошо.
Это я догадался. А как мне пройти? Дождик либо сугроб? Ну, давай попробуем дождик, не знаю. Наполним сейчас. А, радуга, прикинь. По радуге она сейчас. А что ты собачку свою оставила? Какое огромное снежное существо. Либо коробка, либо... Не, давайте в коробку спрячемся. Все. Спрятали. А! Не получилось. Он поднял коробку и нас увидел, и засек. И споймал. Ладно. Так. А ну, а что будет, если собачке мы дадим кусочек мяса? На, кушай, собачка. Так, она скушала и легла спать. Представляешь? Наелась, и хорошо было. Она легла спать. А мы, естественно, тут и замерзать должны, да? А ну давай используем мышку. Так, что она сейчас за мышкой побежит, песик наш. Так, а здесь мы, ребята, использовали в тот раз дождь. Давайте используем снег. А, крылья, крылья. Я умею летать. А что ж ты этот самый крылья-то исчезли у нас, ребята? Крылья у нас исчезли в тот момент, когда она была над водой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бедная девчуля. Так, здесь мы используем мышку. Да, мышку. Все, собачка за мышкой побежала. Угу. А здесь мы будем, ребятушки, использовать дождик. И появится радуга, смотри. Какой красивый радужный мост. А как вот мне интересно, это же радуга, она же на самом деле не твердая. Так, давайте возьмем костер, поставим. Этот снеговичок у нас растаял, представляешь, растаял. Посмотрите-ка, он растаял. Все, и получаем мы, ребятушки, какой-то скин, одежду. Ладно. Так, 200 монеточек нам дали, спасибо. На 25 уровень. А так, а в смысле, какой еще уровень? Как 25 уровень? Там же не было 25 уровня. Как хочется пить. Так, бедолашка пить хочет. А ну давай, давай что-нибудь скопаем. А, она скопала и нашла воду. И попила. Это ей повезло. Реально, это просто повезло. О, это змея. Что здесь, что делать? Давай поиграем в дудочку. Ой, блин, прибежало много змей. Да, с дудочкой у нас не получилось. А на дудочку, ребятушки, змейки другие прибежали. Так, ладно, проходим дальше. А так хочется пить, нужно найти воду. А что если использовать меха вот эти? С водой. А, птичка прилетела и забрала. А, вот мне интересно, а где остальные? А, вот, нифига себе, это сколько уровней. Офигеть, ребята, тут очень-очень много уровней оказывается, нифига себе. Так, ладно, а так хочется пить, нужно найти воду. Ну, давай, попьем. Давай, откопаем водичку. Вот, у нас забил гейзер. И все, она попила. Ей стало хорошо, она идет дальше. Сейчас у нас будут змейки. А тут можно использовать, не знаю, что это такое. А, она закрыла ей рот намордником. Представляешь, змея закрыла рот. А вот попробуй рот закрой змее, да? Торнадо. А, давай попробуем либо маску одеть. Но тут камни летают и стукнут по голове. Давай закопаемся и переждем эту бурю. Давай. О, видишь, молодец. Она закопалась. А, она даже прокопала себе ход. Представляешь? Какая она молодец. Какая она молодец. А здорово, это пирамида. Заходим в пирамидку. Ага. Что же там будет в пирамиде, интересно? Так, а что у нас тут по скину? Скин у нас один. А, можно приобрести какой-нибудь скин. Смотри, ребята. Ага. Ну, давай за 1000 вот этот красненький купим. Или за 800. Я хочу за 800. Вот такой. О, все. Ребята, купили мы новый скин. Пошли дальше. Мы идем в пирамиде, а здесь торчат штыри, шипы. Что делать? А давай их вот этим способом вниз. А, я думал, они вниз должны задвинуться, а нет. Она, бедолажечка, упала. Давайте. Значит, нам нужно поставить сюда, что ли, огонь, факел. И что? А как они могли так исчезнуть? Интересно. Так, следующая пещера, а в пещере
сердце лежит. А, и перышко. Надо положить перышко. Перышко будет легче сердца. Смотри. Весы правосудия? Точно, да, ребята, это были весы правосудия. А, мумия, мумия, что делать? Нужно кошку, кошку. Мумии боятся кошек, ребята. Смотри. Все, мумия убежала. Она забоялась о кошку. Ух ты, сверху какой-то огромный камень. Давайте гриб возьмем. Это же у нас Марио, Марио. О, увеличились и пробили головой камень. Хорошо. Ну, хорошо, ребята. Ну что ж, вот такая вот игрушечка. Ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. И мы поиграем в следующий раз еще раз в новой серии. Так что до новых встреч, всем пока-пока.